Как рассказал в ходе отчетной встречи аким Теректинского района Адиль Жуаманов, на конец 2019 года бюджет района составил 12 миллиардов тенге, что почти в полтора раза превысило отметку 2018 года. Введение самостоятельного бюджета позволило расширить финансовые возможности сельских округов. Налоги также поступают напрямую в бюджет, что тоже положительно сказывается на развитии района в целом. Здесь активно развивается сельское хозяйство, культура и спорт. Один из основных проблемных вопросов Теректинского района – улучшение жилищных условий. В 2019 году в рамках программы «Нурой Жер» было введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в селах Федоровка и Акжаик. Аким заявил, что жилищное строительство будет продолжено. Ключи от квартир получили очередники из числа многодетных матерей, социально уязвимых слоев населения и дети-сироты. Самый наболевший вопрос, волнующий теректинцев – газификация. Жители ряда населенных пунктов до сих пор вынуждены отапливать помещение углем и дровами. Проблему прокомментировал аким области Галий Искалиев. Вопрос газификации сегодня самый приоритетный. На сессии Маслихата, которая состоится в июне текущего года, мы рассмотрим его. У нас не один населенный пункт, где необходимо подвести газ. Также села нуждаются в реконструкции школ. На все это необходимы большие средства. Мы будем прорабатывать вопрос с депутатами. Также я призываю всех предпринимателей принять активное участие в развитии района. Кроме того, теректинцы обеспокоены тем, что практически перестал функционировать водный канал Жайык-Чаукар. Если сейчас не предпринять меры, в дальнейшем это может привести к большим проблемам. Нас волнует вопрос канала Жайык-Чаукар. Здесь остановилась водонасосная станция. Когда начнется реконструкция канала? Вдоль него расположено много крестьянских хозяйств. Они остаются без воды. Работа по реконструкции канала Жайык-Чаукар разделена на три этапа. На первом этапе запланирована реконструкция 42 километров канала, по этому участку сделана проектно-сметная документация. Второй этап включает 64 километра. ПСД уже прошло экспертизу. Третий этап ремонта включает участок до Тайпака. В общем, на реализацию проекта необходимо 4,8 миллиардов тенге. Это очень большая сумма. Проект будет реализован после рассмотрения его министерством. Также аким области Галий Искалиев провел личный прием жителей Теректинского района, встретился с ветеранами и ознакомился с работой новых объектов. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.